Трудная дорога домой. Четырехдневный праздничный марафон завершился, и украинцы поспешили из мест отдыха в обратный путь. Уже традиционно возвращение из областных курортов в Запорожье не оказалось простым. Пробки, заторы и тянучки были на трассе Харьков-Симферополь 3 дня. Наиболее сложные ситуации фиксировались на Кирилловском, Бердянском и Приморском направлениях. Были проблемы на участке трассы между Мелитополем и Васильевкой. По словам полицейских, дороги Запорожской области не готовы принимать такое количество автомобилей. В местах наиболее, скажем так, сложных, наиболее проблемных были расстановлены наряды, были установлены регулировщики. Серьезных дорожно-транспортных происшествий допущено не было. За вчерашний день на этом участке произошло 6 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.